Всем привет, меня зовут Макс, и я продолжаю вас удивлять карточными трюками. И прямо сейчас я покажу вам легендарный фокус, который мы называем «Тузы Копперфильда». Поехали! Каждый раз, когда фокусник берет в колоду карт в руки, его пытаются уличить в обмане. Я не понимаю, как это происходит, потому что мы при зрителе всегда перемешиваем колоду. Сколько раз, например? Ну, например, давайте 10 раз перемешаем колоду, или 5, 3, 2, 1. Но на самом деле мы же перемешиваем карты, вы видите это все. Сколько бы раз фокусник не перемешивал карты, у него всегда все получается, не поверите. Давайте еще разочек перемешаем. Например, если взять верхнюю карту, то мы должны найти ей пару. Все очень просто. Если взять следующую карту, да, например, туза, то мы найдем к нему вторую пару. Очень удивительно то, что можно перемешивать снова и снова. И как вы понимаете, что двойка найдет свою вторую двойку. Дама найдет даму. Давайте еще раз перемешаем. Все по-честному, без обмана. Ну как же без обмана, если фокусник держит карты в руках? Двойка, двойка, 7-7, 4-4, валет, валет, 3-3, 3-3, 6-6, 6-6, 5-5, дама, дама, король, король, десятка, десятка, 8-8. Все по парам, десятки, восьмерки, короли, четверки, девятки и пятерки. Ребят, я не знаю, что делать с этими картами, потому что мы не можем без карт. Карты не могут без фокусника. Но, тем не менее, я надеюсь, что вам понравилось. С вами был Макс. До новых встреч.